Сосед это кто? Там остаться еще. Все отлично, шикарно. На поле, видишь, тренировался ты там Криштиану. Вот это поле, то так называемое японское. Да. Его сейчас 22-го снимут. То есть оно будет у нас готово. Да. Потом вот это наше тренировочное поле подогрело. Прихожу в комнату Кузи на сборах в Элисте. Не зашторены шторы со Спешинским. Я вот так раскрываю шторы, и там прям батарея пивных бутылок стоит внизу. Помнишь, Кузя? Интересно, Саныч, это правда? Это интересная история. Завистная история. Но ты помнишь, что я даже сделал вид, что я даже их не увидел? У нас Ильяс как раз здесь, да? Ильяс, ты здесь? Вот как раз это Ильяс. Ильяс, приветствую. Ты знаешь, кто самый главный человек? Но здесь вот естественное поле или искусственное? Здесь дубль, академия. Да. Там вот академия как раз, вот это здание, это здание академии. И там поле искусственное. Вот это здание-то какое? Круто. А вот это такое серое? Да, желто-серый вот это. Вот это ближнее наше. Это же прямо на нашей базе же, это же наше здание, это наша академия. Там 5000 квадратных метров. Четырехэтажное. Да. Конечно, да. И пол подвал, есть 5 этажей полноценно. Все есть. А что они еще? Да. Что она большая? Нет. Тут массаж справа, да? Шухар. Три стола стоит, телевизор. Здесь экипировка. Вот, здесь нам шла. Здравствуйте. Приятно? Да, это под руководством... Жако. Да. Под руководством Николая Николаевича. Рябцов, бывший наш оператор, а сейчас он самый главный у нас тут среди всех администраций. Вот, то есть наш зал. Это царство Хави. Вон тут. Ага. Половину что-то убрали. Это машина. Испанская. Все хорошо. Те все равно там должны какие-то люди. Да, все хорошо. Договорились. Здесь вот как раз наш... Дмитрий, мы можем поменяться, если вам здесь кровать понравилась. Кузя, да я шучу. Я Олег Александрович.